Я расскажу про комплекс реабилитационных мероприятий, направленных на улучшение функции запирательного аппарата прямой кишки у пациентов с диагнозом рак прямой кишки. Чего? Простите. Все. В общем, комплекс реабилитационных мероприятий, направленных на улучшение функции запирательного аппарата прямой кишки пациентов с диагнозом рака прямой кишки после хирургического лечения по поводу рака прямой кишки, а также обоснование проведения этих реабилитационных мероприятий. Основным компонентом комплексного лечения рака прямой кишки является хирургическое вмешательство. Это полное или частичное удаление пораженного органа. Может сочетаться в комбинации как с химиолучевой терапией, так и с лекарственным лечением. Ричард Хилл сформулировал основные принципы оперативной техники, при котором оптимизация заключается в тотальной мезоректомэктомии и нервосберегающих операциях. Также радикальность тотальной мезоректомии, она является основой индивидуального прогнозирования, и использование техники нервно-сохранных операций дает возможность снижения уровня мочеполовых расстройств при операции по поводу рака прямой кишки. На сегодняшний день выполнение сфинктера сохраняющих вмешательств возможно у 75-90% больных раком прямой кишки. Также по последним данным исследования показали, что от 25 до 90% больных, перенесших данное вмешательство, страдают от так называемого синдрома низкой передней резекции, который проявляется наличием таких симптомов, как частые императивные позывы к дефекации, многомоментная дефекация, анальная континенция. Это, в свою очередь, ухудшает качество жизни пациентов. Элементы дефекации, они зависят от вентильной функции, за которую отвечает пуборектальная мышца, внутренний анальный сфинктер, геморроидальные подушки, конфигурация анального канала, от характера стула, от объема прямой кишки, то есть общего размера и растяжимости прямой кишки, также от неврологической чувствительной или моторной функции. Процессы, приводящие к структурно-функциональным нарушениям на каждом звене, могут стать причиной недержания кала. Сейчас я видео покажу. Так, сейчас. Видео. Так, сейчас. Ой, извините. Сейчас. А можно? Извините. Видео. Извините, немного об анатомии и обосновании. В общем, процессы, происходящие при заболеваниях и структурные дефекты, влияют на любой из этих компонентов, как я уже сказала, что может приводить к недержанию кала. Иннервация обеспечивается симпатическими нервами, это гипогастральное сплетение и верхнее брожеечное сплетение. Далее распространяется к периферии, к исполнительным органам. Вот. Функция задержка перистальтики сигмовидной кишки и прямой кишки и сокращение внутреннего сфинктера, а также расслабление детрузора и сокращение сфинктера мочевого пузыря. Далее. Слияние симпатической и парасимпатической систем происходит в тазовом сплетении, которое иннервирует мочеполовые органы.
Парасимпатическая иннервация осуществляется сакральным сплетением и внутриностными тазовыми нервами. Функция возбуждения перистальтики сигмовидной и прямой кишки, а также расслабление внутреннего сфинктера, сокращение детрузера и расслабление сфинктера. Так, сейчас дальше. Итак, основная часть удержания принадлежит внутреннему анальному сфинктеру. Внутренний анальный сфинктер. Так, сейчас, извините. Внутренний анальный сфинктер, он иннервируется симпатическими и парасимпатическими волокнами и отвечает за 80% удержания кишечного содержимого. Далее располагается наружный анальный сфинктер, который берет свою иннервацию от симпатических волокон и отвечает за 20-30% удержания кишечного содержимого. Пуборектальная мышца или лобково-прямокишечная, образует аноректальный угол и тянет прямую кишку к копчику. Далее, лобково-копчиковая мышца закрывает анальный канал и поддерживает оптимальное внутрибрюшное давление. В связи с такой сложной анатомофизиологической особенностью функция удержания кишечного содержимого, она, ну, так, сейчас, извините. А, все. В общем, процессы, приводящие к структурно-функциональным нарушениям на каждом звене, могут стать причиной недержания кала. Нарушение функции внутреннего анального сфинктера, недержание кишечного содержимого возникает при отключении сознательного контроля. Дисфункция наружного сфинктера, недержание в момент наполнения прямой кишки, дисфункция рецепторного аппарата проявляется нарушением чувствительности к позыву при поражении нервной системы, дискоординация между наружным и внутренним анальными сфинктерами. При повреждении вегетативного нерва, задержка мочеиспускания, ретроградная эякуляция. Как я уже сказала, что при анальной инконтиненции изменяются все стороны социальной активности, так как адекватный механизм контроля дефекации мочеиспускания обеспечивает необходимое качество жизни для пациента. Одним из важнейших аспектов в оценке эффективности лечения является восстановление не только его физического здоровья, но и социальной адаптации. Медицинская реабилитация – это мероприятия, направленные на компенсацию и восстановление нарушенных или полностью утраченных нормальных психических и физиологических функций. В общем, смотрите, формирование низких у нас на этапах лечения прямой кишки первое – удаляют саму опухоль с формированием превентивной или остомы, так как… В общем, оценка назначения реабилитационных мероприятий на этапах лечения рака прямой кишки должна
проходить на этапах лечения. После оперативного вмешательства в объеме низкой передней резекции прямой кишки на этапе проведения неоадъювантной, адъювантной химиолучевой и лучевой терапии и до восстановления сфинктера прямой кишки и после восстановления сфинктера прямой кишки. Также и основное до восстановления непрерывности сфинктера непрерывности кишки мы должны оценить функцию анального жома, так как после восстановления у пациентов появляются жалобы на анальную инконтиненцию, отсутствие позыва к дефекации, многомоментную дефекацию. Возможно, также утрата ректоанального ингибиторного рефлекса. Оцениваем мы функцию анального сфинктера до восстановления непрерывности кишки сфинктерометрией. Метод оценки функционального состояния сфинктеров и тазового дна, который является в данный момент скрининговым. Оценивает тонус в покое, сократительную способность сфинктеров и выносливость. Результаты выдают нам числовые показатели, на основании которых мы определяем степень недостаточности анального сфинктера. Реабилитационные мероприятия подразумевают под собой задачу, которая зависит от возможности практического состояния от возможности восстановления практического состояния нервной и мышечной системы. Консервативное лечение направлено на усиление сократительной способности анального сфинктера, поддержание и улучшение деятельности рефлекторного аппарата, обеспечивающее нормальную функциональную активность запирательного аппарата прямой кишки. Лекарственное лечение помогает усилить возбудимость и проводимость рецепторов, а также простимулировать нервно-мышечные синапсы в области прямой кишки. Задача лекарственной терапии – улучшение возбудимости и проводимости рецепторов и аксонов, морфологическое созревание и функция. Препараты, повышающие миелинизацию и проводимость, препараты витамины группы В, ускоряющие проводимость, такие как пантагам, картексин, цитикалин, фенотропин, медокал, сирдолут, регенерацию мышечных волокон могут повлиять такие препараты, как фосфобион и витамин Е. Также БОС-терапия направлена на развитие саморегуляции функциональной деятельности мышечных структур, промежности, развития правильного восприятия ощущений, способных улучшить контроль за функцией держания кишечного содержимого. Метод подразделяется на силовой и координационный. Функциональная нагрузка – улучшение функционального жома, а также координация механизма держания для пациента. Тибиальная нейромодуляция заключается в воздействии электрического тока на тазовое нервное сплетение, воздействии на тазовое нервное сплетение путем электростимуляции заднего большеберцового нерва на нижних конечностях за счет стимуляции вегетативных и чувствительных двигательных нейронов. Методика улучшает тонус, сократительную способность и нервно-рефлекторную деятельность мышц запирательного аппарата прямой кишки. Курс, я также не сказала, курс БОС-терапии обычно от 10 до 14 процедур, также курс тибиальной нейромодуляции от 10 до 14 процедур. Процедуры производятся один раз в день. Также пациентам назначается комплекс лечебной физкультуры. Это комплексные упражнения, направленные на тренировку анального сфинктера. Они были разработаны учеными Духановым и Кегелем. Выполняют 5 сеансов в день. Продолжительность сеанса до 15 минут. Цикл терапии от 3 до 8 дней. Диета должна быть направлена на увеличение потребления клетчатки. Цель – достижение нормальной консистенции стула. Также назначаем радикационную терапию с очистительными клизмами, антидиарейные средства. И разбор клинического случая.
Диагноз. Пациент с диагнозом рак нижнеампулярного отдела прямой кишки СИТ3Н1М0 и ПТ3Н0М0. Комбинированное лечение с апреля 2018 года. В апреле, с апреля по июнь 2018 года курс пролонгированной химиолучевой терапии. Далее с сентября по октябрь 3 цикла неоадъювантной полиохимиотерапии по схеме FOLFOX и лапароскопическая низкая передняя резекция прямой кишки с формированием превентивной илиостомы по Торнбулу. По колоноскопии на расстоянии 2 см от зубчатой линии определяется сигморектоанастомоз, что является неблагоприятным фактором и также влияет на развитие синдрома низкой передней резекции. Пациенту была выполнена сфинктерометрия, при которой выявлена недостаточность анального сфинктера второй степени. С мая по апрель назначены реабилитационные мероприятия. Лекарственное лечение получал препараты цитикалин, кортексин, пантагам. Была проведена БОС-терапия и тибиальная нейромодуляция, 10 сеансов, а также комплекс упражнений по Духанову пациент выполнял дома. Через месяц после лечения при комплексном сфинктерометрическом исследовании состояние запирательного аппарата соответствовало недостаточности анального сфинктера первой степени. После завершения лечения пациенту выполнена операция в объеме ликвидации илиостомы. После операции жалобы на многомоментную дефекацию, частый жидкий стул до 10 раз в день, недержание газов. Однако недержание кала, кроме подтекания, не отмечалось. Учитывая наличие диареи, смена прокладок 2-3 раза в сутки. Лечение. Антидиарейные средства, диета, очистительные клизмы назначались нашим гастроэнтерологом, оценивали степень инконтиненции по шкалам Векснер и Вайзи. Далее, через месяц после оперативного вмешательства было проведено 10 процедур БОС-терапии и тибиальной нейромодуляции. Было отмечено снижение баллов по шкалам Векснер-Вайзи, степени оценки инконтиненции по сфинктерометрии. Также оставалось недостаточность анального сфинктера первой степени, но было отмечено увеличение сократительной способности анальных сфинктеров. Все, спасибо.